Ребятки, всем привет, с вами Александр, Легенды Дракономании, да, вот поставил я еще вчера на высидку, это было больше, по-моему, 4 дней, да, осталось сейчас уже 3 дня 19 часов до получения Анубиса. Так, сразу перейдем, наверное, к самому интересному, да, как видите, я здесь все прошел, в общем-то, это очень, просто очень легкое подземелье, потому что... Но у меня такого никогда не было. То есть я даже как-то серьезнее вроде подходил. И с трудом я доходил до 6-го этапа. И то там 1-2 сундука открывал и все. Здесь я легко открыл все сундуки. Кстати, а почему завершено 88% пишет? Если я вроде как все открыл. Типа не все дороги вот эти прошел. Так, а смысл их проходить вообще никакого нет. Но у нас есть еще вот уровень номер 2. Я здесь уже прошел все пути, осталось здесь буквально пару боев. Давайте мы сюда пойдем, пусть он шагает в нашу сторону. Да, здесь мы легко справимся. Но это нереально легко подземелье. Если у меня остается еще целый день, даже можно было сегодня вообще уже очки не собирать. Всего лишь 200 насобирать. Ну и сюда, в принципе, я могу даже в обход при желании пройти. У меня очков просто с головой. Еще сегодня целый день. То есть, ну, по крайней мере, я могу уже расслабиться и ничего не делать. Так. Реально, 4400 очков. Еще купу всего можно насобирать. Еще несколько тысяч за сегодня. Но они не нужны. Так что в этом подземелье можно было побеждать без проблем. Так, ну вот, все, 13, как бы. Все, что можно, я здесь собрал. Ну, в принципе, можно, конечно, и попроходить все остановки. Так, есть ли где-то здесь что-то, что я еще не прошел? Ну, куда-то надо же этих жучков-скоробеев тратить, правда? Так, здесь пишется, да, сколько путей пройдено. Так, здесь 95. Где-то еще должны быть цифры. Циферки. Где могут быть циферки? Подождите, как здесь может быть 95 очков? Вот объясните. А, вот. Так, вот теперь тут 100%, да? 100%, 100%, вот здесь 83%. Так. Ну, давайте что попроходим. А что нам стоит? Так я не понимаю. Да, нам только половину дают за это все дело. К сожалению. Ну, здесь нам уже не хватило. Ну, ладно. Как бы я еще так без напряга сегодня что-то соберу. Да, ну, тут фигня осталась. Реально, я могу вообще на 100% это все дело выполнить. Но, да, к сожалению, потому здесь и легко, потому что это всего лишь половина того, что нам предстоит, потому что раньше мы могли полностью собрать нашего главного пазлового дракона. То есть в данном случае это у нас Ра. Кстати, дракон Ра, всемогущий божественный дракон порядка и света. Какой впечатляющий набор навыков, он обречен вечно бороться с хаотичным драконом Апофисом. Так что викинги ему на один зуб. Ну да, 75, это наш самый сильный дракон из этого барахла. Хотя, ну, Хатхорн сильнее, да? Сколько здесь у нас? 75. 75. У Анубиса... А сколько? Как посмотреть, сколько у Анубиса? Это вот здесь может... Может... Да, вот здесь можно глянуть. У Анубиса 74. 74, здесь 75. И Хатхорн 77. Ну что, будем стремиться. Ну, здесь я прошел все, да, 19 из 19. Это божественный замок. Ну, я его называю всегда подземельем. Кстати, это на самом деле вот эта вот местность. Есть такая вот местность, где-то она в Египте находится. Там есть долина, вот там в каньонах вот вырублен целый храм. Так. Так, ну вот этих двух я уже получу, буду высиживать. Это окей. И еще получается в следующем каком-то, наверное, будет еще замок, да? Еще два получить, и потом где-то еще один. Ну так, я особо, конечно, на это дело не рассчитываю, ребята. Но, тем не менее. Так, цены здесь космические. Скоро во главе 2.
Но это нас отбросит на Facebook или куда-то туда. Так, с этим тогда мы закончили, ребятки. Что сделаем? Давайте заглянем на карту. На карту. Опа. Сколько? 28 тысяч нам дают. И сейчас сделаем еще два боечка вот здесь. Так. Ну, нам, конечно же, понадобится помощь. 59 уровень противников. Ну, они без звездочек, даже вот один. Вот этот классик дракончик нам, думаю, все решит. Так, ух ты, какой прекрасный вид был бы, если бы тираны не загораживали его. Давайте что-то с этим делать. Так, я живой, я еще живой. Вот, я смотрю, чего-то не хватает. Музыки нам не хватало. Так, появился классик. И мы сейчас всех порешаем. У него только две стихии открыты. Он такого высокого уровня, но не открыты все стихии. Так, ах, вот так намного лучше. Я бы мог долго любоваться красотой природы, но сначала нам нужно спасти ее от Радхарна. Так, и у нас теперь босс. Кто у нас тут? Босс, но это легко мы тоже сделаем. Возьмем просто нашего друга, но покрепче. Вот так вот. Суал. Типа дракон Смаул, а у нас дракон Суал в помощниках. Твоему плану не суждено осуществиться, Радхорн. Злостная машина была сильно повреждена во время битвы. Даже если ты сможешь вытащить ее изо льда, тебе никогда не подчинить ее. Сдавайся. Механизмы моей... Злостные машины, видимо, перегрелись, но лед должен был охладить их. Парочка поворотов ключа, и она будет как новенькая. Чего не скажешь о тебе после битвы. Так, волна 1. Так, дракон индюк. Забавно. Это 100% индюшка. А это у нас орел какой-то. А, не, кокоду. Кокоду. Ну, похож немножко на орлана. Атакуем светом. И вот так. Ну, вообще не почувствовал, конечно. И того. Ну, не. Да поглотит же тебя тень. Ой, я забыл про вторую волну, но смотрите, у меня факел до сих пор живой. Два усача. Два моржа. Вот и все. Помощь друга спасает. Так, что за механизмы? Черт, мне стоило больше внимания уделять изучению технологий в Кристовском университете, вместо того, чтобы дни и ночи грезить о драконах. Ну, это он про... То, что он не понял, что там на самом деле происходит с этим механизмом. Так, ну ничего, ребятки, мы скоро уже туда продвинемся. Так, давайте-ка мы вернемся на карту и еще на колдовскую арену там заглянем. Так, что мы здесь? 637. Так. Давайте попробуем найти какого-то противника легкого. Минус 17, 39. Ну, чё-то мне кажется, что это будет слишком сильно для нас. Так, давай. Есть у нас зелень. Энергии нет, но нужно взять вот эту штуку обязательно.